Привет всем, ребята! Сегодня мы с вами еще раз рассмотрим стекло от фирмы Choitech. На самом деле не совсем это Choitech, об этом мы сейчас и поговорим. Продается на Алиэкспрессе, поставляется обычно вот таких вот коробках. Choitech, внутри стандартная инструкция, антидастеры, петельки, две салфетки и стекло в вот таком вот пакетике. 5 плюс черное стекло, 0,25 мм толщина. Здесь написано. И стекло. Компания Choitech не имеет собственных заводов, фабрик в Китае. Она не имеет никакой производственной мощности. Закупает стекла, чехлы, чем она там еще торгует, различными кабелями, аксессуарами для телефонов у других фабрик. И лишь наносит свои логотипы на эти аксессуары, либо кладет, как в этом случае, у нас с вами свои коробочки. Производитель стекол Choitech является компания Yao Guang. Вот мы можем увидеть по подложке YG, Yao Guang. Есть такая большая довольно-таки фабрика в Китае. Именно они производят 5D стекла, а Choitech просто-напросто их покупает и кладет свои коробочки, которые стоят где-то 20 центов, примерно можно накупить в Китае, сделать свой логотип и их продавать. Поэтому вот так вот. Компания Choitech тоже иногда жульничает. Первый раз я заказал стекло. Мне прислали совсем другое, без подложки и даже без коробки. Я, судя по отзывам на Алиэкспрессе, их периодически там подтирают. Бывают и такие случаи, бывает всякое. Поэтому, если уже заказываете Choitech, когда распакуете стекло, обратите внимание, чтобы на подложке был вот этот вот логотип. В принципе, на сегодня это лучшее из OEM стекол небрендированных. Фирма сама не продает эти стекла, она только кому-то их поставляет. Yao Guang. С хорошей олеофобкой, даже получше, чем у обезьяны. Примерно такой же, как у Bonair. В некоторых местах, мне кажется, что получше. Когда берешь стекло в руки, многие из вас, кто покупал Choitech, в этом убедились. Из коробки олеофобка просто идеальная, как будто на прозрачных стеклах. Хотя мы с вами знаем, что на 5D олеофобка похуже на стеклах, которые имеют рамки. Здесь вот если берешь два стекла сразу, то сразу чувствуется, что здесь палец скользит получше. И стирается она за большее время, чем на других стеклах. Поэтому это стекло, в принципе, на сегодня можно назвать одним из лучших. Но, повторюсь, не забывайте, что фирма Choitech тоже может вас обмануть. Когда заканчиваются такие стекла у производителя, они могут класть свои коробки, абсолютно другие. Но там вы уже ничего не поделаете, потому что на фотографиях на их страничке тоже затерто. Не видно ни подложки, ничего. То есть, что вам пришлют, это уже большой вопрос. Поэтому я нашел еще один магазин, который продает такие стекла. И, в принципе, попросил их, чтобы они слали именно стекла Yao Guang. То есть я оставлю вам ссылку, там уже выбирайте либо Choitech, либо Yao Guang. Главное, чтобы вы получили стекло с вот таким вот логотипом. Тогда все будет нормально. Ну, коробка, повторюсь, в этих стеклах абсолютно ничего не значит. В свою коробку они могут класть все, что угодно. Так что вот так вот. Чуть позже мы наклеим какой-нибудь телефон это стекло. Ну, в принципе, я вам этого не передам. Тут уж вам стоит положиться на мой отзыв, а также на отзывы многих людей на страничке продавца Choitech, которые говорят, что стекло действительно хорошее. Все, счастливо, до встречи.